Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск программы «Букинформ», в студии Татьяна Романюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных событиях недели ушедшей, расскажем о новых, не менее важных и интересных. Завтра, в воскресенье, 23 марта, в Беларуси пройдут выборы депутатов в местные советы. Надежды о том, что депутаты будут работать, отстаивая интересы тех, кто их выбирает, надежды на реальную помощь и не пустые обещания живут все жители Брестской области. За кого голосовать, каждый думает сам, но сделать свой выбор, придя на участок для голосования, нужно каждому из нас. Ведь именно мы с вами решаем, опустив в урну бюллетень с именем того или иного депутата, кто будет отстаивать наши интересы, наши права. Съемочная группа телеканала БУК ТВ побывала накануне выборов в разных городах нашего края. Выйдя в люди, корреспонденты поинтересовались, что думают о выборах берестейцы. Людмила Матвеевна Соколова, несмотря на не совсем хорошее самочувствие, на избирательный участок пришла заранее. Неизвестно, как будет со здоровьем в воскресенье, а выбор сделать необходимо. Так с юности привыкла, закалка такая. В большинстве своем люди преклонных лет к избирательным кампаниям подходят ответственно. Это мой гражданский долг. Я всю жизнь голосую. Как бы я себя не чувствовала, как бы не выглядела, но я иду голосовать обязательно. Как вы считаете, что зависит от наших депутатов? От наших депутатов все зависит. Как они поработают, так и будет. Участки для голосования в населенных пунктах Брещины к выборам готовы. К избирательной кампании подходят ответственно, а потому на месте и наглядная агитация, кандидаты в депутаты на листовках в наличии, и члены участковой комиссии застигнутыми врасплох не оказываются, и наблюдатели на местах. Говорят, наплыва нет, все ожидают 23 марта. Идут те, кто в воскресенье не сможет по каким-либо причинам прийти, идут целенаправленно проголосовать за своего депутата, за депутата, которому доверяют. На нашем участке в основном живут бабушки и дедушки. Молодежи мало, но идет. Вот сегодня пришел впервые голосующий. Было приятно, потому что у нас есть подарки для впервые голосующих. И ему было приятно, неожиданность, и нам было приятно. А в основном на нашем участке это дедушки и бабушки, которые с удовольствием идут. Вот сегодня вы сами разговаривали с бабулей. Вот, с удовольствием идут, с удовольствием голосуют, надеются на тех, кого они выберут, что они будут хорошо работать. Надежда о том, что депутаты будут хорошо работать, отстаивать интересы тех, кто их выбирает. Надежда на реальную помощь, а не на пустые обещания, живут все брещане. Выборы – это ответственный момент в жизни нашей страны. И я считаю, что каждый человек, который хочет участвовать в определении будущего своей страны, в определении будущего Беларуси, обязан прийти на выборы, в том числе и я. Безусловно, выборы – это ответственный шаг, потому как от того, какое кому отдадут свой голос горожане, жители других населенных пунктов, будет зависеть судьба всей нашей страны. Поэтому я считаю, что каждый житель Республики Беларусь должен прийти на выборы и проголосовать. От моего выбора зависит наших всех беларусов, и не только беларусов, всех живущих в Белоруссии, украинцы, белорусы, татары, евреи, неважно кто, все идут на выборы, и мы голосуем. Только лишь потому, что надеемся на наших депутатов, что они нам создают лучшие условия, нежели сейчас они у нас есть. Обязательно нужно ходить, и мы пойдем, потому что если не ходить, то это значит, что это вообще... Ходить, а кого выбрать, что там поставить, это уже каждая воля. Воля каждого. Выберем того, который нам нужен. А вот есть позиция. Моя хата с краю, никуда не пойду, ни на какие выборы. Мы к этому не привыкли. Мы законопослушные люди, поэтому пойдем. А как вы думаете, зависит ли что-либо от вашего голоса? Ну, нам хотелось бы верить, что будет зависеть, а там уж как кривая вынесет, выведет. Не а знаю. Чего бы вам хотелось от депутатов, чтобы какими они были? Ну, во всяком случае, если они приходят во власть, то полагают так, чтобы в этой во власти они что-нибудь новое могли предложить людям. Полезное для нас. Да, конечно, да, конечно. Конечно. Как говорят, все, что делается с нашего молчаливого согласия. То есть, да. Если все преступления совершаются, то они только молчим. А мы молчим, нас устраивает. Надо идти. Гражданский долг каждого, по-моему, зачем мне это нужно? Я опускаю в урну свой бюллетень, и там, соответственно, считывается мой голос. Мой голос, голос еще другого человека, и в совокупности, наверное, желание народа так и
Так и фиксируется, идем. Конечно, естественно. Это гражданский долг каждого. Большинство респондентов открыто выражают свое мнение. Никто не сказал, что на выборы не пойдет. Скептик ухмыльнется, а оптимист поверит. Ну так я ж надеюсь, что выборы всегда же выбирают депутатов. Надеюсь, что, может быть, будут командовать лучше, будет лучшая обстановка, лучшая жизнь, кто и знает. Вы знаете, вот для себя, для меня, вот пусть это звучит пафосно, я действительно вот считаю себя гражданкой Беларуси, и для меня это, пускай патриотично, но я считаю, что это очень важно, потому что своим голосом мы можем определять судьбу нашего региона, а в целом судьбу региона, в целом судьбу нашей страны, и это немаловажно. Досрочно проголосовала. А почему досрочно? Потому что работаю в правоохранительных органах и задействована в дежурстве на рабочем месте. А ответьте мне на вопрос. Считаете ли вы, что от вашего голоса что-либо зависит? Считаю, что зависит. Что? Выбор достойного кандидата. И это моя гражданская позиция. Конечно, пойду. А почему вы пойдете на выборы? Ну, чтобы стабильность была. Не то, что на Украине. Каждый гражданин должен понимать, что от его голоса зависит многое. А вот именно, уточните, вот как вы считаете, что зависит от вашего голоса? Понимаете, голос может, допустим, мой голос, да, может оказаться решающим, к примеру, да, это один из факторов. А вставить такой вопрос, важен ли конкретно мой голос, да важен голос каждого. Вот, если каждый будет для себя понимать, что от него в этом мире, в этой стране, в этом городе что-то зависит, это будет очень хорошо. Жить станет лучше. Правильно. За кого проголосую, тот и будет. Точно? Да. Верите в это? Верю. Жизнь идет вперед, прогресс тоже. Так что, ну, будем надеяться на улучшение жизни. И это будет зависеть от тех депутатов, которых выберем мы. За кого голосовать, каждый решает сам. Но сделать свой выбор, придя на участок для голосования, нужно каждому из нас. Ведь именно мы с вами решаем, опустив в урну бюллетень с именем того или иного депутата, кто будет отстаивать наши интересы, наши права. На этой неделе в течение 2 дней в рамках рабочей поездки по Брестскому региону в областном центре находился министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко. Глава ведомства провел встречу с личным составом Брестского областного УМЧС. В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония вручения государственных наград 15 работникам подразделений по чрезвычайным ситуациям Брестской области. Также прошла встреча министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимира Ващенко и главного коменданта Государственной пожарной службы, начальника гражданской обороны Республики Польша Веслава Леснякевича. Подробнее об этих двух мероприятиях расскажет Лариса Смолович. Чужой беды не бывает, и в жизни всегда есть место подвигу. Очень часто эта фраза становится жизненной правдой для наших земляков, брестских пожарных спасателей. Они, уже неоднократно знающие, чем пахнет огонь, не утратили чувство ответственности. Это качество привело их на службу по чрезвычайным ситуациям. В сочетании с чувством долга оно руководит ими. И по сей день брестские спасатели-пожарные – это сплоченная команда. Команда, которая прошла огонь, воду и медные трубы в буквальном смысле слова. Сегодня все спасатели страны делают доброе дело. Ну а сегодня, изучая ситуацию, самое главное по профилактике, предупреждению гибели людей от пожаров, так как в начале года был всплеск, она несколько выранивает, но тем не менее мы не успокаиваемся. И ребята действительно работают ответственно, подходят к этому, и есть результаты. И надо сказать, что в том году 15-летию подошли с неплохими результатами, хотя мы всегда говорим, пока происходит трагедия, гибнут люди, значит, мы работаем недостаточно. Мы – это все субъекты профилактики. За четко сформулированными словами главы ведомства МЧС стоит великая гордость за тех людей, которые служат в структуре. Гордость за то, что люди, они неравнодушны, что исполняют свой профессиональный долг, как настоящие мужчины. Мужчины с большой буквы служат не за ордена и медали, хотя для каждого из тех, кто собрался в зале Брестского управления МЧС, весьма важна оценка их нелегкого, опасного труда. Сегодня, значит, по поручению главы государства я вручаю награды за безупречную службу именно ребятам, которые заслужили своим трудом, своим отношением, которые способствуют процветанию нашей страны. В первую очередь, конечно, я буду их благодарить за работу. А пожелание такое, чтобы мы как больше времени уделяли оттачиванию своего мастерства
на полигонах, на учениях, на занятиях, и меньше было бед. И задачу какую-то поставите перед тем коллективом? Задача перед нами стоит. Она поставлена главой государства, она поставлена нашими функциями, задачами. Надо их четко и слаженно выполнять. Указом президента Республики Беларусь от 21 февраля 2014 года за образцовое выполнение служебных обязанностей медалью за безупречную службу третьей степени награждены 15 сотрудников МЧС Брестской области, прапорщики и офицеры, водители и диспетчеры, управленцы и инструкторы. Все они пожарные спасатели, поскольку от работы одного человека зависит слаженность работы команды. С чувством некого трепета выходил получать заслуженную награду и подполковник внутренней службы Юрий Дороткевич. Тревога. Приятная тревога, наверное, прежде всего. Ну, и все-таки, наверное, то, что мой труд все-таки кем-то оценивается, и он правильный, наверное, и на благо нашего народа, нашего управления, нашего министерства. Программа «Максимум» – развивать наше управление, стимулировать и все делать для блага нашего управления и нашего министерства. Это прежде всего. Ну и самому повышать свой жизненный опыт и свои жизненные навыки. На Брестской земле прошла и запланированная встреча Владимира Ващенко, главного спасателя Беларуси, с главным комендантом Государственной пожарной службы, начальником гражданской обороны Республики Польша, генерал-лейтенантом Весловым Лесникевичем. Программа встречи столь высокопоставленных чиновников была разноплановой и, конечно, основывалась прежде всего на ранее достигнутых договоренностях. Ведь Беларусь, Польша и Украина в течение многих лет работают по программе трансграничного сотрудничества Еврорегиона БУК. Так что эту встречу можно назвать логическим продолжением ранее достигнутых договоренностей, тем более, что речь шла о вопросах международного сотрудничества пожарных, аварийно-спасательных служб Беларуси и Польши и о перспективах их развития. Надо сказать, что пожарная служба Польши – это достаточно серьезно развитая структура. У нас постоянный обмен образовательный происходит. Наши институты взаимодействуют с учебными заведениями Польши, обмениваемся. И они вчера были восхищены той техникой, которая производится именно на предприятиях Республики Беларусь. Ну и мы, соответственно, изучаем их опыт, а не наш. И, конечно же, для эффективной помощи людям по вашим беду важны все новшества, все достижения любой службы. И вот эти встречи дают возможность общаться, тем более, когда встречаются руководители, то те планы, те задачи, которые мы ставим, выполняются, и наши подчиненные встречаются и притворяют все в жизнь. Делегации посетили Международный молодежный волонтерский центр юных спасателей пожарных, где ознакомились с его материально-технической и учебно-методической базами, осмотрели экспозицию работ, представленных для участия в международном творческом конкурсе. Спасатели глазами детей пообщались с юными спасателями пожарными. И, конечно, Владимир Ващенко и Веслав Лесникевич посадили именные деревья на заложенной в 2008 году аллее дружбы. Об этом была внесена соответствующая запись в книгу почетных гостей. Лариса Осмолович, Анастасия Остропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. К другим темам. Современную жизнь трудно представить без предприятий жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытовых услуг населения. Дворники, озеленители, слесари, сантехники, парикмахеры делают нашу жизнь более комфортной. Всего на Брещине около 16 тысяч людей, которые завтра празднуют свой профессиональный праздник – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Эти люди заслужили самые теплые слова и самые искренние поздравления. Лучшие из них были приглашены на праздничный концерт, во время которого руководство города Бреста наградило тружеников грамотами. Познакомилась со стахановцами наша съемочная группа. Жилищно-коммунальные и бытовые службы являются главной составляющей городского уклада жизни. Именно они благоустраивают и украшают наш город, поддерживают чистоту и порядок, невзирая ни на капризы природы, ни на время года, ни на праздники, ни на будни. Жилищно-коммунальное хозяйство города над Бугом включает в себя около 16 различных по характеру деятельности подотраслей. Это и службы жилищного хозяйства, и санитарные очистки территорий, и уличного освещения, и многие другие. От качества предоставляемых ими услуг зависит не только имидж города, но и настроение каждого жителя Бреста. У нас есть трудовые династии, где уже во втором, третьем, четвертом поколении люди работают в жилищно-коммунальном хозяйстве. В целом у нас хорошие, здоровые коллективы.
всегда откликаются. Иной раз за ту небольшую заработную плату, которую мы им платим, они выполняют свой нелегкий труд добросовестно и хорошо. И зимой, и летом, значит, и в зной, и в стужу, и в пургу, значит, работают каждый на своих участках. Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономики, от которой зависит уровень жизни и благополучие большинства населения Беларуси. Теплые и сухие квартиры, чистые и светлые подъезды, работающие лифты, благоустроенные дворы и детские площадки. Все это создает у брещан чувство гордости за свой город, микрорайон, дом и подъезд. Невозможно представить себе наш город без вас. Это и вода, это и водоотведение, это освещение, это санитарная уборка. Это жилищная служба, это работа парков, это много-много всего того, что составляет комфортность жизни и настроение людей. И от того, как сегодня мы, значит, работаем, как мы обеспечиваем каждый на своем участке свое рабочее место, зависит настроение наших горожан. На праздничном концерте, посвященном Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, руководство города поздравило лучших работников данной сферы. Все эти труженьки, именно так их хочется назвать, действительно заслужили слов благодарности. И не единожды это доказывали своим профессионализмом, своим терпением, своим трудом. Многие из них оставались верны профессии не один десяток лет. Как и на любой работе, были и трудности, и разочарования, но всегда оставалось и остается одно – чувство долга и верность делу. В системе жилищно-коммунального хозяйства я работаю уже 28 лет. В настоящее время работаю инженером ЖЭС-10. Работа у нас связана в основном с населением. Стараемся, вот в настоящее время приближается месячник по благоустройству города. Значит, вся наша работа будет связана, и прошу, пользуясь моментом, всех жильцов выйти и поддержать, навести во дворах, везде чистоту и порядок. Я сначала 10 лет работала в Брестском районном ЖКХ в котельном хозяйстве. Ну, а потом подумала, что пора передавать опыт остальным. И сегодня мы в нашем учебном комбинате готовим специалистов, переподготовка тех людей, которые именно занимаются обслуживанием жилищно-коммунального хозяйства. Раз на раз не приходится, иногда это очень тяжело, иногда, знаете, как бывают дни, когда работаем как ремонтники, то есть бывают дни, когда все исправно обслужили и опять, как говорится, ждем. Каждое третье воскресенье марта тысячи брещан празднуют профессиональный праздник – День работников бытового обслуживания, населения, жилищно-коммунального хозяйства. Эти люди каждый день делают наш город уютным и нами любимым. Поэтому так важно, чтобы среди работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания стахановцев было как можно больше, а наш город становился еще краше. Продолжаем говорить об актуальном и важном. На территории города Кобрина и Кобринского района процветает несанкционированная торговля продовольственными и промышленными товарами лицами, не имеющими государственной регистрации. Торговля идет с машин, которые курсируют по району, осуществляя выездную торговлю, а также в Кобрине по улице Октябрьской, прямо возле рынка. Торгуют с земли продуктами сомнительного качества. Разберитесь в ситуации. С такой просьбой обратились в Комитет государственного контроля специалисты Кобринского районного потребительского общества. Не отреагировать на столь вопиющее нарушение законодательства сотрудники контролирующей структуры не могли, тем более в это время в райпо осуществлялась проверка. Оказалось, что дело обстоит именно так, и никто не может найти управу на предприимчивых бизнесменов в кавычках уже не один год. На вопрос, кто виноват, попыталась ответить Лариса Осмолович. На сигнал тревоги практически моментально среагировала и съемочная группа «БукТВ». Действительно, размеры развернутой подпольной торговли достаточно крупные, но назвать ее подпольной язык не поворачивается. Слишком уж она явная. Незаконные продавцы даже не реагируют ни на камеру, ни на микрофон, ни на увещевание сотрудника госконтроля. Все в порядке вещей. Обоснования у каждого свои. Кому-то пенсии недостаточно, кому-то внукам подарки купить нужно. И многие другие причины называются. Если оформлять там налог, то мне не надо и стоять здесь. Да, невыгодно. Не то слово. Скажу, продашь что не продашь, ага. А, да. а там гроши отдай. И ни с чем. У меня уже не раз было так, что ничего не продам.
А там тут людей больше ходят. По-человечески все это понять можно, а вот с точки зрения закона не совсем. Несанкционированная торговля в Кобрине носит системный характер. Каждый день горожане и законопослушные ИП наблюдают это безобразие. Оно не красит город и район, поэтому нужно срочно принимать меры. Ведь люди видят бездействие государственных органов, в обязанности которых вменены полномочия по пресечению незаконной деятельности. Машины со всякими заморскими вкусностями спокойно разъезжают по району, они становятся реальными конкурентами Кобринскому райпо, который исправно платит налоги, а незаконная торговля снимает сливки у них из-под носа средь бела дня. Работы со стороны налоговой милиции в части ликвидации такой торговли не ведется, иначе ее бы не существовало в природе. Неоднократно мы обращались с просьбой в налоговую, и, значит, и представителям районной исполнительной власти, и представителям, значит, которые исполняют власть именно на территории сельсполкомов, но как бы они и понимают, но в итоге как бы ВОЗ остается и ныне там. Очень много машин, даже с других районов, осуществляют реализацию своей продукции у нас на территории Кобринского района. Кобриня вокруг рынка продуктами питания, промышленная группа товаров, с земли, без всяких на то разрешительных документов, без регистрации в качестве ИП, без уплаты налога. По району курсируют, по нашим подсчетам, около 70 автомобилей, которые также продают продукты питания, в частности колбасу, одежду, выставляют вешала и организуют несанкционированные стихийные рынки. Не платят налогов. И тем самым страдает само райпо, которое неоднократно обращалось к мертвым органам власти и органам милиции. Но, может быть, на самом рынке не созданы условия для ведения легальной торговли? Нет, все в порядке. Места оборудованы, их достаточно. Те, кто собственную продукцию или завозную реализует легально, возмущаются, почему мы платим и налоги за место на рынке. А кому-то все сходит с рук. Вкусный мед Виталия Зарецкого пользуется неизменным спросом. Собственной пасеки, без добавок, он в рекламе не нуждается и конкурентов не боится. Но обоснованно, на пальцах, разъясняет нам нарушения других. Там и продукты питания, и разный ширпотреб. Вот посмотрите внимание, вы тут снимали. Люди стоят на прилавках, те самые. Рассаду продают, семена продают, мед продают, налоги платят. Все платят. Там ни в одного налогов нету. Ни в одного. Все хотят заработать, но у них ни одного налогов нету. В грязи стоят. Во всем. Дождь, не дождь. Слякоть они стоят. Раз. У милиции есть права наказать их за что? За то, что торгуют в неустановленном месте. Есть такое постановление. Никакого наказания нету. В санстанции в грязи стоят. Никакого наказания нету. В налоговой прочее все проверить бы хоть один раз. Никаких документов нет, никто их не проверяет. Простите, я вас перебью. Да. Так что не приходят вообще? Нет, они приходят. Зайдут, походят, бабки посмеются и тут же уходят. Милиция придет, погоняет, и на том все кончилось. Надо согнать их, как стадо баранов, наказать как следует, и тогда будет порядок. Вы занимаетесь каким-то образом этим вопросом? Вы обращаетесь в налоговые органы, чтобы пришли? В органы РУВД? Конечно. И что вам говорят? Что нам говорят? Они делают периодически рейды. И? И вот результат налицо. Вот у меня нету полномочий. У меня нету полномочий. Так вам власть не помогает, так? А? Вам власть не помогает? Почему? У вас делают рейды. Но, видите, на данный момент рейда нету и результата нету. А у меня нет полномочий таких. Я могу их там обилетить, я могу их туда без налога не пустить, но здесь у меня полномочий нет. Так неужели нельзя найти разумные решения? Специалист госконтроля в недоумении. Даже он не может найти рычаги управления. В налоговой инспекции города Кобрина разводят руками. Прокомментировать ситуацию отказались. Находясь здесь на проверке, я обратился в Кобринскую налоговую с просьбой о наведении порядка. Но мер до сих пор не принято. После этого обращения мы некоторое время еще находимся здесь. Мер никаких не принимается. Мы видим, что эта торговля процветает, ничего не делается. У меня есть такое чувство, как будто у людей есть какой-то фактор безнаказанности. Они не скрываются от камеры, они не скрываются от нас. Мы неоднократно ходили, предупреждали, что запрещается осуществлять такую торговлю. Однако реакции никакой. Такое чувство, как будто бы люди здесь не боятся ничего.
Сотрудниками Комитета государственного контроля Брестской области меры будут предприниматься. Ситуация бесконтрольной не останется. Но выводы каждый должен сделать соответствующие. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Значимость работы по финансовому обучению молодежи оценена во всем мире. Об этом свидетельствует празднование во многих странах в середине марта Международного дня финансов детей и молодежи. Сотрудники МТ-банка в Бресте присоединились к этому событию и тоже провели мастер-классы по финансовой грамотности для учеников 13-й школы города над Бугом. Необходимость таких уроков – мера необходимая. Чтобы ориентироваться в ключевых вопросах денежного рынка, грамотно распределять личные средства, необходимо владеть нужной информацией. А получать такую информацию нужно уже в школе. Кристина Купрякова продолжит тему. Совсем скоро всем этим беззаботным ученикам придется столкнуться со взрослой жизнью. Устраиваться на работу, приобретать жилье, создавать семью. Каждый из них столкнется с вопросами составления бюджета. Во время встречи школьники узнали много финансовых терминов и получили пояснение, что каждый из них значит. Специалисты МТБанка подробно объяснили, на что следует обратить внимание при выборе банковского депозита или кредита. Гости школы подчеркнули, что деньги не являются главой всего и ценностью как таковой. Это просто универсальный средства обмена, которые позволяют человеку получать те или иные блага. Особый интерес со стороны школьников был к новому продукту МТ-банка – карте Visa Gold Student, оформить которую могут все желающие студенты абсолютно бесплатно. При этом обладатели таких карт получат скидки в кафе и магазинах, ставшими партнерами дисконтной программы Gold Student Club. Кроме того, в подарок каждый держатель получает международную карту EZIC, которая дает право получить скидку при посещении музеев, галерей в странах Европы. Ведь включенным в финансовую сферу обладать знаниями и навыками в области финансов значит повышать не только свое материальное благосостояние, но и экономическую стабильность страны. Мы выбрали школу 13 города Бреста и проведем такой информационный классный час о финансах и расскажем детям, что такое финансы, что такое государство, как сэкономить деньги, как их сохранить, приумножить и если их нет, то как их взять. Сейчас уже немножко не такое общество, как было раньше, когда, например, мы были в школе. У детей есть свои какие-то уже доходы, свои расходы. Они могут, мы их научим, как они могут сэкономить деньги, купить что-то, какую-то большую покупку. И также в будущем, чтобы они имели какое-то представление, что такое семейный бюджет, как им распоряжаться. Наша молодежь порой не тратит деньги с умом, и в будущем, я думаю, что это вполне пригодится. Правильное распоряжение денег, особенно как бы для мужчины и вообще, потому что семью надо кормить и правильно располагать финансы. Нынешние школьники – это будущее, самостоятельно обеспечивающие себя белорусы. Именно от того, в какой мере каждый из них осведомлен о ситуации на финансовом рынке, насколько эффективно он способен организовать свою хозяйственную деятельность и разумно распоряжаться денежными средствами уже сейчас, во многом зависит качество его жизни в последующем. А значит, уроки финансовой грамотности не уступают по значимости и важности таким, как математика, история, литература. Это мне очень пригодится, так как в дальнейшем я, когда веду свою семью, и у меня будет очень много дел с работой связано. Мне надо будет брать кредиты, рассрочки, чтобы в дальнейшем как можно лучше устроить свою жизнь. Уметь считать деньги еще не значит быть финансово грамотным. Важно уметь правильно пользоваться денежными средствами. К счастью, этому можно научиться. И сотрудники МТ-банка приложат все усилия, чтобы такие уроки были усвоены как можно большим количеством учеников. В этом году МТ-банк отмечает свое 20-летие. Сегодня МТ-банк является одним из самых быстрорастущих и эффективных коммерческих финансовых учреждений. Направлениями его деятельности являются кредитование физических и юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание, валютно-обменная операция, а также операции по вкладам. Миссия МТ-банка заключается в обеспечении возможности для каждого белоруса пользоваться всеми благами современной финансовой цивилизации и воплощать свои мечты. Поэзия современных авторов сегодня популярна не меньше классики. Ее активно читают в сети интернет, переводя в режиме онлайн на разные языки мира. Ее цитируют на форумах и в блогах. Кроме того, новые сборники стихов уходят с витрин магазинов довольно быстро.
Днепропетровский поэт Дима Птицами сегодня знаменит не только в Украине, но и во многих странах мира. Стихи молодого автора покоряют красивым слогом и необычной формой исполнения. На этой неделе Дима Птицами встретился со своими берестейскими читателями в зале Брестской городской библиотеки имени Пушкина. Заглянула на литературные огоньки наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. С творчеством днепропетровского поэта Димы Птицами читатели многих стран мира познакомились всего несколько лет назад. Молодой человек удивил публику необычным форматом исполнения, мелодикламацией, чтением стихов под музыку. Благодаря особой искренности и эмоциональности его поэтические строки не оставляют слушателя равнодушными. Возможно, потому что героиня сюжетов – сама жизнь. О чем я пишу? О том, что наболело в основном. А уже наболевшая, она выливается в разные направления. О дружбе, о любви. Да, в принципе, о чем все пишут, о том и я пишу. Про простых вещах. О политике иногда, ну хотя сейчас меньше намного. Вот так, о жизни. Сегодня бытует мнение о том, что современная поэзия – поэзия для своих, понятная и близкая только небольшому кругу людей. Диме Птицами удалось развеять этот миф. Его творческие встречи собирают полные залы. Для того, чтобы вживую услышать любимого сетевого литератора, в актовый зал библиотеки пришло несколько десятков слушателей. В Беларуси молодой автор выступает впервые, однако в Брестской городской библиотеке имени Пушкина уверены – эта встреча будет не последней. Долго мы его ждали, наверное, мы уже мечтали об этом полгода. Но у него все никак не получалось приехать в Беларусь. И вот, наконец, сегодня полон зал. Кто-то сравнивает его произведения с есенинскими, кто-то видит в нем критически настроенного Маяковского. Сам Дима считает, что в литературе не должно быть кумиров. Подражая другим, теряешь собственный стиль. Главная задача современного поэта, уверен сетевой литератор, быть искренним и честным перед читателем. Кто-то с тобой бежит по желтому полю, и вам весело. Кто-то добрый с твоей шеи нежно снимает ошейник. Ты знаешь, я презираю себя за минуты агрессии и прошу прощения, слышишь? Я прошу прощения. Читатель зацепляется, когда он в стихах находит себя. Ну, то есть, если я написал о том, что у вас болит, например, болело мне, а у вас точно так же заболело оно однажды, то вас должно зацепить это стихотворение. В основном так, у меня лично так. Ну, бывают просто иногда очень трогательные стихи, которые там, может, с такой ситуацией ты в жизни не сталкивался, но вот написано действительно хорошо и трогает. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале Бук ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 206367. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные, актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни, но не переключайтесь, сразу после новостей от синоптиков и короткого блока рекламы в эфире нашего телеканала программа «40 минут с губернатором». А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей, до встречи в эфире. Погода в Беларуси будет определяться поступлением воздушной массы с юго-запада Европы, поэтому в последующие двое суток сохранится очень теплая погода. Воскресный день ожидается солнечным и без осадков. Комфортный юго-западный ветер придаст ему особое звучание. И если прибавить достаточно высокую для этого весеннего времени температуру, в целом получится день, созданный для прогулок и активного отдыха. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов, днем до 16 тепла. В понедельник, 24 марта, на страну начнет смещаться активная фронтальная система со Словении. Местами по Брестской области в течение дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью – плюс 10-12 градусов. Прогноз синоптиков на день – 16 градусов выше нуля.